Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня мы с вами сделаем первую нашу колесную модель. Это будет небольшой мотоцикл, простенький тоже. Ну, пока не усложняем ничего, пока не научимся делать все нужные нам детали. В этой детали нам нужен будет, как-никак, колесико. Нужно будет колесико. Так, поэтому мы выбираем сейчас Shift A и заходим в меш и берем здесь цилиндр. Да. Цилиндр. Дело в том, что мы будем делать простенькую модель, посему, конечно, мы его сожмем сразу же, перевернем сразу же так. Как должно быть колесо? Колесо должно быть вот так. Rotation по оси X и 90 градусов. Все прекрасно. Далее мы его сжимаем S. По оси Y, конечно. Вот так. Оно будет небольшое такой толщиной. Напоминаю, мы делаем простую модель. Мы делаем модель пластмассовую. Именно такие, какие существуют в этих конструкторах. Посему мы особо не будем... заостряться на деталях. Нам главное сделать покрышку и чуть-чуть сгладить вот эти углы. Давайте это сделаем. Ну, можем сделать потом. Давайте сначала пойдем в редактор и выделим вот эти две грани, вот эту и вот эту, и скажем, нажмем букву И и потянем сначала вот сюда, а потом еще раз И и вот сюда. Здесь у нас станет деталька, которая будет служить... Так. Не рейн надо, а по оси Y. Нет, ладно. Мы можем взять так, сказать экструд и задвинуть вот сюда этот экструд и задвинуть вот сюда этот экструд. Вот так. На этом мы успокоимся. Так, и сделаем вот здесь ребро. Выберем. Так, ребро. Нет, нам нужно ребро. Вот. Далее ребро мы с помощью Alt-A увеличим. И здесь увеличим, зажав Shift. Ну, теперь Ctrl-B. Тянем, потянем. Вот так. Но мы видим, опять у нас неправильно идет. Да? Это говорит о чем? О том, что надо пойти в объект и скинуть все настройки. Apple Transform. Да? Переходим в объект Modus, Edit Modus и Ctrl-B. Теперь у нас все хорошо и красиво. Готово. Вот такое немножко угловатое колесо должно быть в этом юном строителе. Хорошо, сделали. Далее, кажется, самое сложное это наделать сюда. Так, следующее наше действие будет заключаться в том, что мы должны сделать покрышку, то есть профиль здесь. Давайте мы создадим сейчас просто plane. Выведем его наверх. Так. Так. Попробуем сделать следующее. Во-первых, сверху мы сейчас сделаем, уменьшим это дело до невозможности. До вот этого состояния уменьшим. Так. Теперь сожмем его по X. Ой, по, да, по X, все правильно. Вот так сожмем. И сделаем следующее. Нам надо его
Ну да ладно, мы сделаем проще. То есть мы сейчас с вами разделим как я говорил, мы делаем очень простенькую модель, посему Ctrl-R. Такое ощущение. Я опять слепил. Да, конечно, вот видите. Не убрал вовремя. Поэтому и получился у нас косячок. Межплей. Хорошо. Переходим теперь в режим редактирования. Также поднимаем наверх. Давайте поднимем. Наверх. GZ. Вот так вот отсюда сверху нам будет видно все. Ты так и знай. Так, хорошо. Дальше. S. Вот так, наверное, сделаем. Вот так. Так будет, наверное, хорошо. И теперь Ctrl-R. Забываю все время кликать. Мы разделили это дело для чего? А потому что мы сейчас это дело, во-первых, уменьшим. S. Так, S и по X. Вот так это дело уменьшим. И вот взяв вот эту грань, потащим ее вперед, естественно, по X. Создадим вот такой простенький рельефчик. Protection. Все прекрасно. Далее уже у нас проще все происходит. То есть мы выделяем вот это. И двигаем это при помощи E наверх. Вот так. Для совсем уже красоты посмотреть это сбоку. И вот эти точки. Вот эти точки. Насквозь нам надо. Вот эту точку и вот эту точку. Мы сейчас немножечко вниз отодвинем. Хорошо? Вот так. Так как мы делаем первое очень простенькое колесо, мы не будем на этом заморачиваться. Можно сделать вообще сложный профиль такой-то, знаете. Все зависит от вот этой вот детали. Хорошо. Далее мы пойдем сюда. И сейчас нам надо создать курву, мать. Надо создать. А это нет ничего проще. Мы идем сейчас. Shift A. И идем теперь вот, где у нас курвы-то здесь. Подождите. Циркл. Должна же быть курва у нас как-то. Где-то должна быть курва. Подождите секундочку. Вот она. Наша курва. И возьмем цикл. И перевернем ее. По оси X. Rotation X 90 градусов. Вот. Видите, как она удачно у нас тут встала. Прекрасненько. А дальше мы пойдем. Сделаем следующее. Мы с вами возьмем. Тоже немножечко ее забивилим. Попробуем, так? Bevel. Ну это много, нафиг нам столько надо. Этого достаточно будет. Так, много не делаем, потому что все это полигоны, ребят, все это полигоны. Так, Bevel сделали. Берем другой модификатор, называется Array. И скажем, что нам две штуки надо. Пока две штуки. И помочь обернуть это все нам поможет сейчас
Следующий модификатор называется тоже курва. И мы должны указать эту курву, что она вот она. Так, так. И сейчас укажем курву. Ну-ка, здесь у нас, да, есть. Вот она куда-то прилепилась, но не совсем туда. Так. 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 Минус x тоже не получается пока так. Так, так. Ну, тут надо сейчас поискать будет. Отключить вот этот цилиндр, чтобы мы его не видели. И вот этим прилепить аддончиком. Так. Если мы это вдруг увеличим, то увеличится. То есть он не встал с самого начала, как нам нужно. Сейчас посмотрим, в чем дело. В чем тут было дело. Так, пока мы отменим вот эту курву, мы отменим. Вот. По идее, он должен прилепляться. Ну, поглядим сейчас. Я думаю, что это вся проблема с пивотами, ребят. Потому что если пивот стоит где попало, а он стоит теперь где попало, то, естественно, он и будет как попало себя вести. Поэтому давайте мы пойдем в объект и скажем, что у нас пивот должен находиться в 3D-курсоре. Вот, вот здесь он должен находиться. И теперь, когда мы скажем, что вот эта вот курва, по которой он должен идти, он должен был встать туда, куда нужно. А он не встает, свинья какая-то, посмотри. Так, я тут поэкспериментировал и понял, что, чтобы не менялось ничего, то, в принципе, мы должны будем перейти в Edit Object Mode. Вот он, да? Теперь спокойно можем, вот он у нас, этот колесо. Теперь можем мы немножечко увеличить этот наш, вот так скажем, да, пока, вот так. И сделать ему bevel, естественно, как я говорил, bevel немножечко. Что-то не хочет, не важно. Не будет делать, пока мы с вами не выйдет мой. Так, выделим. Опять какие-то дебри пошел, ребят. Наша самая главная задача сейчас посадить его правильно. Правильно, а там может всякие бывалы, там все такое. Давайте мы сначала возьмем модификатор, который называется array. Вот, сделаем пока две штуки. Две, все, достаточно для понятия. Нам главное, чтобы эти вот две попали на кружочек, вот на этот. Поэтому мы возьмем курву. Сейчас укажем эту курву, вот она. И видите, он у нас встал туда, куда нам нужно. Дальше нам остается практически пойти в array и сказать, сколько нам их надо. Вот такое, допустим, количество нам надо, да? Чисто эмпирическим путем нашли. И откроем теперь и смотрим, насколько нас это устраивает. Если не устраивает, допустим, слишком глубоко оно там сошлось, да, то давайте мы, так, в чем дело-то, давайте мы вот этот курву вот эту мы просто уменьшим, раз, по всем, все, видите, вот оно уменьшается, и наши врезаются в покрышку, вот, то, что нам нужно практически, да? Так, хорошо.
Если у нас большое расстояние между вот этими, то я думаю, что этим управляет просто-напросто. Так, ну-ка кликнем. Этим управляет радиус. Сейчас мы возьмем S. Видите? Так. Но не этот радиус. Этот, естественно, это действует, а нам нужен модификатор Ray. Вот здесь мы можем регулировать уже. Видите, больше расстояние делать, меньше расстояние делать. Ну, допустим, для мотоцикла вот так хорошо. Но видим, оно разорвалось, да? Это очень просто. Нам надо добавить сюда не что иное, как количество. Так, сколько? 31? 32? 33 слилось. Ничего страшного. Увеличим радиус. S. Вот так. Все. Получилось вот у нас такое колесико. Так. Если мы возьмем теперь вот этот plane, перейдем в edit mode. Где-то он у нас должен быть. Вот он. Так. И мы можем, секундочку, отключим цилиндр. Я думаю, что мы можем сейчас редактировать это дело, тем говоря, ребята, тем, что мужики, давайте-ка мы опустим вот эти две чуть-чуть. Пластмасса пластмассы, но красота же должна быть. Значит, так, это G и Z. Вот, видите, они все уменьшаются так, как нам нужно. Прекрасно. Так, а если еще к этому мы добавим сейчас Bevel, это будет очень хорошо. Bevel, ну, он как-то вот не хочет реагировать, потому что оно не выделено, во-первых. Во-вторых, уж не там стоит. Ну-ка, Ctrl-B, Ctrl-Shift-B. Он только берет углы, ну, это понятно почему. Потому что непонятно. А, скорее всего, нам нужен мерч. Ну, то есть, вот здесь должен нам мерч быть. Где у нас? Вот это надо нажимать вот здесь, так. Ну, ладно. Так, зайдем опять в объект мод. Видим, что все теперь у нас сделалось хорошо. Так. И скажем Apple. Мы этим довольны, все. Говорим Apple. Курву тоже. Все прекрасно, тут вот тоже, скажем, это еще что такое? Это не хватало нам только этого. Вот, вот колесо наше. Угу. Немножко цилиндр уменьшим. Все-таки хочется мне, чтобы профиль немножко сильнее выступал. Поэтому так. Все. Нормально, нормально. Мотоциклетное колесо. Хорошо. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. Так. Такое колесико сделаем, новое сделаем, мы черное. Так, ребят, подождите, ну, мне же надо будет вот это, вот это, вот это и вот это собрать все вместе. Контур-йод. Давайте вернемся в моделирование и соберем эти вещи.
отключим пока. Он уже нам мешается только. Вот, вот это и это должны собрать в одно. Почему он не собирается? Это странно. Потому что нам бы сыр уже не нужен совсем. А вот эти вот две соединить в одно. Тоже не соединяется. Это странно, конечно. Ну почему ты не хочешь собираться? Это вот странно мне, конечно. А, вот как она. Тут не так все просто с этим соединением, оказывается. Так, ну-ка. Вот это будет у нас, если мы скажем вот так. Ага, если скажем так, то он превращается вот в такую ерунду. Ладно, пока не разобрались, просто покрасим сразу две, да и все. Вот делов-то. Так, идем в шейдинг, красим эту, берем вот этот материал, красим этот. Так, применяем к нему. Спекуляр нам не нужен почти что. Это все-таки да, вот так совсем. Рогниц, может быть, побольше сделать. То же самое поступить. А, ну здесь ясно. Одни покрасили. Вот. Ну такой колесико пока что получилось у нас. Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим. Потому что вот эти грани я не хочу делать, потому что здесь станет такая чашка специальная. Хорошо, давайте так оставим. До следующей встречи, друзья, пока.